Благодарю вас. Здравствуйте всем. Так, уже 10-й вопрос. Паша бросил. Меня Паша нигде не подбирал, что бросить. Чтобы что-то бросить, надо подобрать. Поэтому я не понимаю, о чем вы. Вообще мне плевать на ваши комментарии, будут ли здесь хорошие комментарии, это сразу. Мадиночка, привет, моя хорошая. Ты знаешь мой телефон, ты можешь в любой момент звонить. Почему не звонишь? Давайте, знаете, как сделаем? Сейчас я вижу много вопросов каких-то непонятных. Давайте я буду отвечать только на те, которые по сути интересные и от адекватных людей, хорошо? Благодарю вас. Видно, что боитесь Алана. А по какому, как это видно, мне просто интересно. Просто интересно ваше умозаключение. Надежда, зачем такие огромные губы сделали? Ну, я не знаю, что ответить. Мне нравятся мои губы. Если вам не нравятся мои губы, то просто нужно на них не смотреть. Вы мазохистка, знаю, что на вас только говна польется. Зачем ходить в прямой эфир? Я не мазохистка, мне просто все равно. Какого говна? Говна льется... Какое говно? Через буквы? Это разве говно? Это просто буквы через экран. В жизни я этого не чувствую. Я выхожу ежедневно туда же, куда я выходила. Хожу, бываю. И я не вижу ни одного человека, кто даже смотрит на меня как-то негативно. Все очень трусливо себя ведут, поэтому не знаю, какое говно льется на меня. Вас действительно расстраивает такое количество говна. Очень много слова говна в моем эфире сейчас. Я не чувствую никакого говна. В моей жизни все очень хорошо и позитивно. Вы удаляли мешки Биша? Нет, я не удаляла мешки Биша. Соскучились. Я по вам тоже. Моего сына зовут Абдуллах. С кем следующий выпуск? На самом деле я, да, чуть-чуть забросила свою работу. Просто потому, что сейчас была не до нее. У меня было время отпусков. Я практически не была в Москве. Вот, и надо взяться. Сейчас вот лето закончится и начну. Добрый вечер, вы чеченка? У вас такой красивый, интересный акцент. Нет, я не чеченка, конечно же. Надень на голову Пашины трусы. Кстати, неплохая идея, на самом деле. Лана войдет в чат. Надя, дайте жару, ужас, какая страшная. Благодарю вас, знаю. Любимая книга. Моя любимая книга стала, это последняя моя книга, «Моэм. Театр» называется. Я ее всем рекомендую прочитать. Очень крутая книга, драматическим разворотом. Рост, вес 1,73 м, 50 кг. Как справляться с таким количеством хейта? Я его просто не чувствую на себе. То есть, как бы я, в принципе, плюс-минус ожидала, что он будет. Не ожидала, что будет столько, а вдвойне не ожидала, что мне будет настолько все равно. Ну, прям вообще полностью. И для меня важно только то, что есть в реальной жизни. В реальной жизни мне ничего не изменилось. Ну, кроме того, что я стала просто счастливой. Что было на суде сегодня? Не разглашаем такую информацию. Автозагаром я не пользуюсь. Фундаменталистка в эфире, 100%. Вот сегодня сейчас вот одна девушка написала мне, я бы увижу тебя в Ростове, плюну тебя в лицо. Я ей пишу, давай, записывай адрес, подъезжай к дому, я сейчас спущусь, и ты сделаешь все, что ты захочешь. Я говорю, ты даже окажешься просто в моем поле, я говорю, и ты незапланированно, говорю, сдашь анализы и пойдешь их отнесешь в первую клинику. Ну, человек, конечно, сдал заднюю. И, в принципе, вы все плюс-минус, кто пишете мне вот эти враждебные комментарии. Вы же понимаете, что вы просто буквы. Вы же понимаете, что вы никто. Вы же понимаете, что в реальной жизни вас просто нет. Когда Павел даст пояснение по поводу развода? Когда даст, вы узнаете об этом. А если Паша так хочет забрать Алису, вы считаете, сможете ее воспитывать? Я не собираюсь давать комментарии на тупые, знаете, как основанные на лжи некой женщины. То, что хочет Паша и что он сделает, вы узнаете попозже. А что, я теперь из дома не выходить? Надя, ты любишь Пашу? Я очень люблю Пашу. Он же тебя бросит и полезет обратно к Алане, но она его пошлет нахрен. Это она такую информацию вам диктует? Мне кажется, ее и бомбит, знаете, по какому поводу, если так подытожить, что ей казалось, что человек будет всегда ее там возвращать, а он просто сказал, давай разведемся, и все. Мне кажется, в этом вся суть Аланиного бешенства. А потом еще
извините, теряю мысль. Когда новый выпуск на YouTube, я уже сказала, пока не знаю. Кто бы что ни говорил, морально сильный человек. Дюша, красавец, зачем оправдываешься? Ну, в смысле оправдываешься? Я должна выйти в эфир и молчать? Я же отвечаю на ваши вопросы. В чем смысл? Я удивляюсь. Молчишь, боишься, говоришь что-то, оправдываешься. Вы уж разберитесь тогда, как вам там. Как поддерживаете, болел? Что? Да все расходятся, уходят от жен с большими детьми, все святые прям. Ты классная. Какие процедуры делать для лица? Очень давно ничего не делала с лицом, просто нет на это времени. Насчет выпуска я сказала, одни и те же вопросы. Нанюханная в хлам, не накрашенная. Я за вас, как сыну не стыдно за такую мать. Мой сын гордится своей матерью, а что ему должно быть стыдно, я не могу понять. Расскажите про суд. Я уже все сказала по поводу суда. Не думайте делать ароматы еще в пользу с вашим. Интересно было бы еще вдруг создадить какой-то крутой. Нет, у меня будет только один аромат. Я не обращаю внимания вообще ни на кого. Когда интервью с мамаем, узнаете, как только будет. Почему у вас разные ноздри? Ну, вот такая у меня генетическая особенность. Мы все, вообще все люди асимметричные. Я вам такую информацию предоставлю, если вы не в курсе. За какой срок планируете все бабло выставить с Мамаева? У меня нет никаких корыстных целей касательно Павла. Зачем Алана создала левую страницу про вас пишет? Ну, потому что она жалкая, ее просто жалко. Это человек, который вызывает только жалость и сочувствие на самом деле. То есть я не думала, что она настолько слабая и трусливая. Почему в выпусках вы все время перебиваете своих гостей? Ну, такая у меня особенность. Она, правда, некрасивая, я понимаю, но так работает мой мозг. Ислам же тоже женат, расскажи правду. Вообще не понимаю, о чем речь. Так, много вопросов. Какие-то все... Ты крутая, круто отвечаешь каждому здесь. Если честно, говорю, каждому, конечно, не получается. Как вы справляетесь со стрессом? У меня давно не было стресса, поэтому я не помню, как я с ним справляюсь. Почему Павлик прячется за твою спину? Вы знаете, Павлик может производить впечатление какого-то такого мужчины несмелого, но Павел сильный, смелый мужчина, просто он не сидит в соцсетях, поэтому я не знаю, за какую спину он прячется. Мы друг друга поддерживаем, но Павел сам за себя все скажет. Зачем вешаетесь в аэропорту на Апашу? Это вообще интересная тема. Да я везде на него вешаюсь. Я, конечно, женщина, которая вешается на мужчин всегда. Если вы будете вот этот бред, который вам пишут, там, я так понимаю, человек сам себе вопросы клепает и сам на них отвечает. Если вы будете мне эту бредятину приносить как за истину в последней инстанции, то я вас буду просто игнорировать. Очень красивые брови. Господи, вы что такие, так, Надя, делали ли вы намаз 5 раз в день? Нет, я не делаю намаз сейчас. Так, танцовщица на костях. А что тут подкрасилась? А я так понимаю, что вы настолько привыкли, что я все время накрашена, что небольшое количество теней на моих глазах уже вызывает у вас стресс. Ну, чтобы покрасивее быть, а то столько хейта, страшное. Думала, может, тени меня спасут, но я понимаю, что нет. Вы счастливы сейчас? Вообще невероятно счастливы. Определились с интервьюером. Я не буду давать никакую информацию, потому что, как говорила моя бабушка, не говори гоп, пока не прибрыгнешь. Как твое отношение к одноименной странице? Вообще никак мое отношение. Оно типичное ШБ, я поняла. Очень много вопросов, неинтересных абсолютно. Мы же понимаем сейчас, что я вышла в эфир не для того, чтобы поговорить о том, там, не знаю, каких диет я придерживаюсь, там, кто я по национальности, я не знаю, еще что-то. Давайте по сути. Моэм, автор книги. Благодарю вас за комплименты, если они есть. Как вам Ростов? Я, честно говоря, не сильно там гуляю по городу, езжу. Мне везде хорошо, где мне хорошо. Сейчас мне хорошо в Ростове. Второй ребенок будет у дагестанца. Ну и жизнь расставляет свои коррективы. Я вообще не знаю, что будет в моей жизни. Будут ли у меня еще дети? Мы лишь предполагаем. Симпатичная, уверенная в себе. Что за привычка гнобить ту, у которой ушел мужик? Почему не поискать причину в той, от которой ушел? Во-первых,
Вы можете, вот это вот те люди, у которых одна клетка, я понимаю, что здесь таких много сейчас в эфире, вы можете понять, что никто ни от кого не уходил, никто никого не отбивал, и вообще эта вся информация перекрученная. Два свободных человека встретились в пространстве Вселенной, и так случилось, что между ними завязались отношения. В чем проблема? В чем меня обвиняют? В чем вы, женщины, меня обвиняете? В том, что половина из вас вообще не нравится мужчинам, а я нравлюсь? В этом моя вина? Или в чем? Я просто не могу понять, в чем вы меня обвинить хотите? Я не могу понять. Было дело, я поддерживала Алану, но послушаю ее, посмотрев на нее, я поняла, что она очень глупая. Я не хочу вообще говорить об Алане в плане, там, знаете, что там Алана, какая она. Меня это не интересует, я не создаю страницы, я не выставляю ее. Представляете, вот насколько... Это насколько человека там сейчас разрывает, но разрывает, поверьте, не чувство там любви и так далее, а чувство какой-то злости, что человек пиарит какие-то страницы, выкладывает мои номера личные. Но это же прям дно, понимаете, даже у зла могут быть какие-то грани. Я еще раз говорила, я могу разговаривать только в реальной жизни. В реальной жизни человек вообще со мной не шел ни на какие контакты, и я уверена, что не пойдет. О чем мы говорим? Вот это интернет-война, это же война для, я не знаю, для чего и для кого. А папа Абдуллаха не хочет его тоже себе забрать. Папа Абдуллаха существует в том же формате, в котором существовал все 5 лет от рождения нашего сына. Мы два родителя, которые уделяем ему время, любим его, и я не понимаю, о чем речь. Вы многих разочаровали. А я никого не хотела очаровывать, поэтому не разочаровывайтесь, мне вообще плевать. На ваше разочарование, потому что нет поводов очаровываться, ровно как и разочаровываться. Она ислама любила, пока он ее не кинул. А, ислам меня кинул, да? Какая интересная информация. Пускай так будет. Я даже не буду ее опровергать, ибо зачем я буду разговаривать о прошлых отношениях, когда у меня есть нынешние, это даже не имеет никакого смысла. Вы пойдете на передачу к Малахову. Я не хожу ни на какие передачи. Кто бы мне ни писал, что бы мне ни предлагали, я в данный момент не даю никаких комментариев, потому что они мне не нужны. У меня есть своя страничка, у меня есть свой канал на Ютубе в крайнем случае. Если я посчитаю нужным что-то сказать, я поставлю камеру, сяду и наговорю. Суд выиграла Алана. Кто же любит... Как же ты любишь выставлять себя крутой? Остепенись уже. Можете рассказать основе. Надя, а почему на вашем канале, даже если это не хайп, как думают другие, пусть ваш хайп, а не чужих людей? Потому что я не хочу, чтобы это было на моем канале. Это абсолютно не нужно. Я же не из тех, кто, как только ситуация какая-то, сразу же тянет все, знаете, как в интернет-пространство, чтобы сделать цифры, там, не знаю, рейтинги, чтобы сорвать какой-то последнюю, знаете, возможность, как это делают некоторые, напомнить о себе. Я жила своей спокойной жизнью, мне вполне хватало того, что у меня было. Я знала, что меня любит какое-то определенное количество моих девчонок. Это узкий круг, и больше мне было не нужно. Я всегда об этом говорила. Вот. И сейчас такая же история. То есть у меня нет цели стать популярнее или еще что-то. Так просто сложились обстоятельства. Я была в это замешана абсолютно невольно. Не я это начинала афишировать и так далее. Любишь Пашу или его деньги? Я люблю мужчину вот во всем его произведении, искусства. За все, за его внешность, за его внутренний мир, за его статус, за его качество. У меня нет такого, что я могу любить человека за что-то одно. Это же очевидно, что он тебя кинет и прибежит к ней. Давайте, если вас очевидно невероятное, может быть, вам пойти на ТНТ в программу «Экстрасенсы». Мне кажется, вы там займете первое место. У тебя всегда рот открыт, сосешь ему... Так... Ты давно его любишь. С первого взгляда. Любовь с первого взгляда. Вас устраивает такой ответ? Как дела у вас с Павлом? На каком этапе ваши отношения? У нас с Павлом все замечательно. Вот просто все замечательно. И мы очень веселимся, когда слышим вот подобный бред, который идет вокруг. Поэтому продолжайте в том же духе, мы только становимся крепче. Вы любите Пашу? Серьезно, вы любите так быстро или у вас давно отношения? В смысле так быстро? Почему же быстро?
Ты помнишь, как выпрашивала цветы у Ислама, когда на отдыхе была? Ислам закидывал меня всегда цветами. Я всегда говорила, уже подари их поменьше, дари, потому что уже было некуда ставить. И я вообще не хочу разговаривать об Исламе. Зачем? Разве эта история сейчас актуальна? В моей жизни она не актуальна. Нет, сын не знаком с Пашей, я абсолютно не тороплюсь. У моего сына есть отец, и я не вижу никаких сейчас смыслов делать это, этим манипуляциям. Жаль, Павел вас не любит. Ну, пускай будет так. А что не расскажет, что Алана наркоманка? Я вообще не хочу разговаривать про Алану. Я анализы у нее не брала, чтобы утверждать, там наркоманка она или нет. Но то, что она, я говорю, неадекватная, трусливая, лживая, подлая бабенка, вот я уже так могу сказать, которая поощряет эту страницу, у нее нет вообще ни капли благородства, вообще у нее нет ни капли гордости женской. Я после этого даже вообще, у меня нет больше никакого к ней сожаления, сочувствия. Этот человек для меня просто адский ад. Господи, хорошо, вы уверены, что они сойдутся? Вас туда же, в экстрасенсы. Ислам, ты же его безумно любила. У вас какая-то дезинформация полная. У вас там все смешалось в одну кучу. Любила, приняла ислам. Надя, зачем подбирать то, что выбросили? Вот я говорю, я удивляюсь с этих женщин нашей страны. Сидят половина страны одиноких баб. Просто одиноких, дичайших баб. Которые готовы на что угодно, лишь бы какого-нибудь, никакого мужичонку подобрать. Ну, хоть какого-нибудь, блядь, пьющего, неработающего, бьющего. И тут, значит, эти женщины называют полноценного, молодого, красивого, успешного, умного мужчину чем-то, что выкинули. Вы вообще в своем уме? То есть вы считаете, что у людей после развода, что у мужчин, что у женщин, вы называете их там выкинутыми, отбросами, какие только мне чушь не пишут в директ, зачем ты отбросы подбираешь? Вы вообще о чем говорите? Каждая бы из вас мечтала бы хотя бы просто рядом постоять с таким мужчиной. Но, к сожалению, вы просто не тянете вот 70% женщин даже просто побывать в поле. И вы называете этих людей отбросами. Вы вообще в своем уме? Мне кажется, вам лечиться надо реально. Мне кажется, на вашего сына, на вашем, так, бывшему мужу. Женщины, мужики никогда не уйдут. Так, вопросы очень быстро меняются, их очень много. Я не успеваю читать. Так, реально, она обсирала Липового, теперь... Ну, там это вообще дно. Я же говорю, все, что делает этот человек, это дно. Это позор позора, на самом деле. И... Какой бумеранг? Скажите, пожалуйста, вот те люди, которые мне пишут про бумеранг, какой бумеранг мне должен вернуться? Ну, вот расскажите мне. Ну вот какой мне бумеранг должен вернуться? Не, конечно, не могла предположить. Я вообще не могу предположить ни один исход событий своей жизни. Я просто жила своей обычной жизнью. И так сложились обстоятельства. После того, как ты поступила с Аланой, вряд ли тебе кто-то еще даст интервью. Господи, да я у вас умоляю. Люди думающие, вы не представляете, сколько девчонок написали мне положительные отзывы насчет этой ситуации. Потому что люди, которые имеют хотя бы каплю интеллекта, разума, справедливости, которые не склонны верить только тому, что пишут, у которых есть вообще способность мыслить, понимать, что все не так просто и радужно. Здравствуйте, такое чувство, что здесь собрались одни фанаты мамаевские. Нет, здесь собрались просто люди, которые собираются в стадо всегда, по любой ситуации. Вы думаете, что это только я сейчас попадаюсь на это. Любая женщина, которая маломайски будет плюс-минус в такой ситуации, попадет под эти комментарии. Так, люди злые, почему осуждать Павлик юбильник? Женщина всегда изменять будет, каждая женщина будет страдать от этого. Давайте мы знаете, как будем поступать. Кто на меня подписан какое-то время, знает мое отношение вообще к любому любому зареканию на будущее, там, я никогда, навсегда, мы вместе, все знают мое отношение к изменам, к жизни. Я живу в моменте, сейчас,
Понимаете, я разбираю все вопросы и проблемы по мере их поступления. Если такое случится, я буду с этим разбираться. В моей жизни такого еще не было. Если вдруг случится, я вам обязательно об этом расскажу. Зачем вы пытаетесь, там кто-то говорит, это не навсегда, не вечно. Девушки, скажите, кто-нибудь может здесь гарантировать вообще любую ситуацию, которая в вашей жизни будет вечной? Любые отношения, любовь, дружбу, там, работу. Мы не знаем вообще, что будет с нами даже завтра. Зачем вы пытаетесь что-то предвидеть, предсказать или повесить на меня, что я последняя из магикан, с которым должно это случиться или не случиться? Блин, такая глупышка даже. Так, да ладно тебе, скинет, скринит, сидит, наверное. Вы понимаете, что Капри Лана даже взглядом поменялся у вас? Вы понимаете, что я Алану в упор никогда не видела? Вы понимаете или нет? Вы просто можете это понять, что я вообще о существовании Аланы, по сути, узнала только когда она плюс-минус в мою программу пришла. Человек рассказывает там в своем этом позорном видео, что мы там с ней знакомы лет 8-10. Да, я же говорю, а мы знакомы с ней заочно, она меня знала и когда-то восхищалась. Она же впрямую говорит, что я ей восхищалась, уважала ее. То есть, получается, она сама признает противоречие. Она восхищалась и уважала женщину, которая вдруг в моменте стала вот всем тем, что она сейчас пишет. Ну, раскиньте мозгами хотя бы немножко. У вас же они есть, ну, хотя бы одна извилина. Как же много бесит, что люди живут как хотят. Многие хотят так. Девочки, вопросов столько много, что я просто не все перескакиваю. Я не успеваю ни один прочитать. Давайте начнем с самого конца. Потому что, ну, просто невозможно. Так, чтобы жить без негатива, Павлику просто по-человечески надо было отнести детям и жене. А то дочь на балконе спит. Еще раз говорю, вы не знаете ничего, что есть правда. То, что человек сказал все видео, просто ложь на лжи. Вот и все. Если вы хотите узнать вторую сторону, подождите чуть-чуть, и вы все узнаете. Что за бред? Люди женятся, расходятся, находят. Господи, все, ни один вопрос не могу прочитать. Просто их настолько много. Вы можете остановиться хотя бы на секунду, и я прочитаю хотя бы один вопрос. Ну, она производила впечатление другой женщины, на самом деле. Производила впечатление. Сейчас я понимаю, что это все было просто напускное, только все за счет Паши и за счет его статуса. А человек никто и столько лет пытается влезть в какое-то медиапространство, и получается только за счет скандалов и интриг. Обратите внимание. Так... Хер ты у тебя брала интервью, если Алана никакая. Вот, я такие программы делаю с многими девчонками. Вот когда мне говорят, ты все выспрашивала. Ну, посмотрите мою любую программу. Это просто формат моей программы с первых дней. Посмотрите мою первую программу, где у меня садится девушка передо мной. Все одни и те же вопросы плюс-минус. Если есть личные отношения, про личные отношения. Если про внешность, про какие-то поступки, про какие-то жизненные ситуации. Алана просто моя очередная гостья. С ней такая же ровно программа, как и со всеми другими. Вы говорите просто глупости, вы выдергиваете из контекста. Вот. Но я поэтому даже на это не реагирую, потому что я понимаю, что это полный бред. Все мои программы плюс-минус об одном и том же. Если есть какая-то тема острая, мы обсуждаем ее. Надя, единственное, я против поцелуя на всю страну. Ведь счастье любит. Счастье ничего не любит. Это просто бред, что счастье любит тишину или счастье любит какую-то громкость. Люди выбирают сами формат, в котором они хотят строить свои отношения. Можно тихо ничего не выкладывать и разойтись через 2 месяца. А можно, есть люди, которые, там, не знаю, на всю страну много лет живут вместе. Ничего счастье не любит, это надо просто понять. Это просто красивая фразочка из статуса ВКонтакте. Счастье любит тишину. Ты давно с Пашей? Достаточно давно, чтобы быть настолько близки. Нет, мы не были с ней подругами. Она говорит, что я была вхожа к ним в дом. Я никогда в жизни не была у них дома. Никогда. Я никогда в жизни не была дома у Аланы. То, что вы видели в выпуске, это был номер отеля, в который я приехала, потому что она была там, и мне надо было приехать туда. Я никогда не была вхожа ни в какую семью. Она ничем со мной не делилась. Только в формате программы. Все. Это полный бред, чушь. И я даже не хочу это комментировать. Вот это все. Это просто. Я говорю, когда-нибудь я, наверное, сделаю программу у
у себя на канале, где я по полкам разложу всю ложь, которую несет этот человек с фактами. Даже вот она говорит, что мы были там подруги, или я доверяла ей. Вот совсем недавно, там месяца три назад, я приезжала в Redside, в один бутик и в феромон к Оле зайти. И меня там девочка фотографировала в платье, ну, там надо было сфотографироваться. И я смотрю, в капюшоне идет, ну, девушка, гуляет собака. Я узнала, что Алана, я там, привет, Алана. Ну, то есть она же говорит, что мы подруги, что она мне доверяла, что мы близкие были. То есть человек даже, она так выглядела, ну, очень странно, может, она поэтому застеснялась. Человек даже не захотел диалог минутный со мной провести. О какой дружбе идет речь? Ну, о какой дружбе? Ну, то есть, вы понимаете, все ее, как бы, ну, ее поведение, оно само ну, поставило крест на вот этом слове «дружба» или хотя бы даже «хорошая приятельница». То есть все это и заставляет приводить, ну, к одному, приходить к одному факту, что это просто участница моей программы. У нас не было никаких взаимоотношений. Мы никогда в жизни не посидели в кафе, не созвонились просто, чтобы спросить, как дела. То есть все какое-то напускное для интернета. Программу сделать, пожалуйста. Но в реальной жизни не было этого человека, не было ни близости, ничего не было. Поэтому не пишите мне, что я кого-то предала, или я там какая-то такая. Я знаю прекрасно все о дружбе, я знаю, что прекрасно все о субординации, я знаю прекрасно все о женской солидарности. Но это не та ситуация. А сейчас своим человеком, вот сейчас своим поведением человек показывает, что я зря вообще даже какое-то время держал эту солидарность, которую держать не должна была, с учетом всего поведения, всей грязи, лжи, вот этих страниц. Поэтому зачем вы мне это говорите? Я была открыта к диалогу в реальной жизни. В реальной жизни человек не тянет. Поэтому о чем мы говорим? И все вот эти вот моменты, там, что мне скидывают пачками, там, что кто-то там что-то мне сказал в жизни. Я прекрасно сейчас наблюдаю эту картину, она очень сюрреалистичная. Когда мы заходим в какое-то заведение, и женщины так смотрят на меня, конечно, прям очень странно. Я всегда с гордо поднятой головой, все отводят глаза. Я вижу эти попытки снимать нас. Я даже вот недавно уже настолько мне это стало смешно, что я девушке говорю, нормально, все, как бы фокус взяли, кадры взяли, там, она аж застеснялась, телефон убрала. Я все это вижу. Поэтому не надо мне рассказывать, что в жизни вы что-то можете. В жизни вы можете только поглядывать на меня, причем поглядывать чуть-чуть с опущенной головой, либо с каким-то якобы недовольным лицом, которое я в упор не вижу. Ну зачем, объясните мне. То есть вам кажется, что это травля, а мне кажется, что это просто бред. Я его просто не замечаю, понимаете. Я не пытаюсь там заблокировать эту страницу, я не жалуюсь на нее, потому что это просто, ну, что-то идет параллельно, параллельно моей реальной жизни, какая-то вот тема, суета какая-то. Кто-то тратит много времени на то, чтобы делать эти какие-то скрины, там, какие-то эти фотографии. Сейчас я тоже думаю, много будет. Я понимаю, что я взяла неправильный ракурс, что я не такая красавица, конечно. Вот мой нос, одна, две ноздри, там, ужасные губы. Но как это влияет на мою жизнь? Со мной рядом мой любимый мужчина. У меня есть прекрасный ребенок. Я люблю своих друзей, они любят меня. У меня есть мое хобби, у меня есть моя интересная жизнь. И ничего не изменилось, все стало только лучше. Да нет, Надя бывшего мужа, она просто залетела чеченца, думала, платок наденет. У меня есть бывший муж, я была единственная, первая жена. У нас с ним был и есть совместный ребенок. Он причем до сих пор остается его единственным и первым сыном. Поэтому вы можете сколько угодно пытаться себя убедить в том, что я не была жена, или что я никому не нужна. Вы можете сколько угодно себя убеждать, одинокие, несчастные женщины. А я в 20, в 25, в 30, в 35, в 40, в 45 буду всегда интересная, нужная, востребованная, с ребенком, с тремя, с четырьмя. По вашему мнению, страшная, с одной ноздрёй, с двумя ноздрями. Вы в чем пытаетесь себя убедить? Вы меня хотите в этом убедить? У меня жизнь мне показывает, кто я и что я. А вы пытаетесь себя убедить. До конца шлюха, думаю, что так. Ты, вот смотрите, я прям чувствую, как я только это говорю, как сразу же начинает бомбить женщин. Вас, конечно, тяжело так назвать, я как тут сейчас пишут негатив, но посмотрите, как сколько злобы вызывает у других женщин вот это вот. Тема, знаете, вот эта внутренняя женская злость бабская, когда вот они видят женщину, которая, ну вот, в их ощущении намного лучше их, и как они хотят ее сразу же принизить внешне, писать какие-то гадости. Я когда захожу, знаете, там, да, периодически 3-4 комментария прочитаю,
Так, и так всегда говорю, о, полет нормальный. Если пишут говно, значит, полет нормальный. Как только перестанут, значит, что-то уже не так. Я очень злая. Я на самом деле, вы знаете, я такая добрая. Вот я очень добродушная, добросердечная, жалостливая, справедливая. Но если меня задеть, моих близких, моих любимых, моего ребенка, я становлюсь невероятно злая. И вы не смотрите, что я худенькая, маленькая такая вся, изящная такая вся, стройненькая, хорошенькая, симпатичненькая. Я могу быть просто страшным человеком, но только в реальной жизни. То есть, как бы тут в вашем поле пираньи я, конечно же, проиграю вам, потому что я говорю, это если падает на ваш уровень, вы, конечно, там меня сожрете, потому что я не знаю, как ну, так сказать, как действовать в этом вот поле, на таких низких вибрациях. Если мы будем говорить про реальную жизнь, там большие сомнения. Его мама, семья с вами знакома? Да, я знакома с Пашиной мамой, со всей семьей, у него прекрасная, великолепная, самая лучшая семья просто. Повезет той женщине, которая будет с Пашей рядом. Я не знаю, как можно с его семьей быть в плохих отношениях. Я не знаю, каким надо быть человеком, чтобы быть в плохих отношениях с такими людьми. Да я просто сама про себя все знаю. Я знаю, что я хорошенькая всю свою жизнь. Вот просто хорошенькая, яркая, харизматичная. Это, знаете, называется сарказм и самоирония. Но я понимаю, что вы не знаете таких слов. Потому что люди не уверены в себе, у них отсутствует самоирония, а тем более самоирония к себе. А тем более там черный юморок там, и так далее. Так, зачем вы оправдываетесь? Вот смотрите, вот вы, еще раз говорю, у вас вот у людей вообще капля разума есть? Вот смотрите, я молчу, мне нечего сказать, я там боюсь или что-то. Выхожу в эфир в кое веки, отвечаю на один там из 100 вопросов, потому что я не успела прочитать. Вы говорите, что я оправдываюсь. Мне что, сука, выйти, сидеть, смотреть на вас и молчать? Я понять не могу. Или как одноклеточная отвечать «да», «нет». Вы уже определитесь, вы там, что у вас там, какое-то раздвоение личности, я не знаю, это... Я себе лещу. Ну, конечно, я-то себе уже лещу. Жизнь моя не льстит мне. Лицо злое. А такое доброе. Что ты там в Москве боятся? Пошла ты, набила тебе ебальник она. Что там все в Москве боятся? Пошла бы, набила тебя. О, ну, вот это сошла, набила ебальник. Это, конечно же, круто звучит. А вот то, что я-то могу иногда матернуться, я, конечно же, просто... Так, Надя, ты красотка, уверенная, Настя, тебе не занимать. Какие же низкие люди. Это да, люди разные. На самом деле, вот это лицо нашей страны. И в основном это, конечно, женщины. Как всегда, пробивают дно бабы. Они считают, что я пробиваю дно, но на самом деле они стучат мне с дна. Так, Надя, ты знакома с семьей Усмана? Конечно же, знакома. В смысле, блин, знакома. Надя, ты читаешь? Читая тут людей и какой бред там, ладно, так, очень длинное сообщение, но ушло. Так, мусульманка прыгает с кровати через месяц. Так, Паша делает дорогие подарки. Паша делает для меня все, что мне нужно. Все, вопрос короткий. А мне в данный момент не нужно ничего, кроме хороших отношений. Так. Вы боитесь старость? Ну, не хотела бы, конечно, я старость, но что делать, никто от этого не убежит. Народу, конечно, больше видно. Вы-то, естественно, знаете больше, чем я. И про меня, и про мои отношения, и про моего ребенка, и про вообще про все. Вы все знаете лучше. Вы же лучше, вы главные судьи этого мира. Это народ. Народ всегда знает лучше. Поэтому нам нужно просто тихо помалкивать, чем я, в принципе, занимаюсь. И просто слушать вот эти вот небылицы про себя. Мы, кстати, очень красивая пара, это правда. Мы прям красивая, гармоничная пара. Два славянина с красивыми зелено-синими глазами и чистой душой. Так, защищай Лана, такие же несчастные, фригидные. Так, почему развелись? Ну, потому что бывший супруг очень религиозный, я нет, не настолько, и... Конечно, жить в таких жестких рамках я бы не смогла. Так, надо забрать ребенка, ушлю. Алана, так, почему интервью с Аленой у Нади? Ему 3 года, Алана себя еще туда видно, любила Павла.
В чем речь? Кто кого увел? Так, вообще ли вопросы прям прыгают? Блин, а в чем вопрос? Они развелись. Но это людям разве понять? Вот разве людям нужна эта информация, что люди давно уже были не в отношениях? Что этот громкий развод, который причем освещала сама мисс Алана, ну как бы это же никого не волнует. Вот основное количество сообщений, что я кого-то откуда-то увела. Я все время поворачиваюсь к Паше и спрашиваю, ты женат? Я просто понять не могу, откуда я тебя увела, просто не могу понять. Мне вообще плевать, что там тук-тук написала. Я, по-моему, я написала в ответ, она мне, не знаю, ответила, не ответила, потому что сообщений столько, что я там вообще не знаю, кто там что пишет. Вы думаете, Павел изменился с какой-либо женщиной? Всегда изменяет. Послушайте, я еще раз говорю. Я понятия не имею, что там делал Павел в отношениях с Аланой. У них были свои отношения. И какие они были, он скоро расскажет. У меня с Павлом свои отношения. Я не могу себе представить даже, чтобы вот в данной ситуации, насколько мы близки во всех аспектах, во всех сферах жизни, чтобы человек мог вообще просто пойти и что-то сделать с другой женщиной. Ну, для меня это просто не... Сейчас я не могу представить. Если у нас испортятся отношения, и там появятся пробоины какие-то, то это можно представить как в отношении мужчины, так и женщины. Женщины тоже изменяют. Я вам открою один секрет. Я сейчас не говорю про себя, я говорю, в общем, про женщин. Когда чего-то в отношениях не хватает, люди начинают искать это на стороне. Это давно известный факт. Вообще, в принципе, люди что-то ищут на стороне, а когда чего-то не хватает, так тем более. Так, а мне вообще плевать, кто там кого меня ненавидит. У тебя сначеченец, ты какая славянка? Ну и что, что я славянка, конечно, моя национальность русская. А, так, вообще я не вижу ни один вопрос, все прыгает. Вы можете хотя бы остановиться на секунду? Просто остановитесь на секундочку, я прочитаю хотя бы один ваш вопрос. Откуда столько злости людей? Ну, злость, люди вообще злые. К сожалению, большинство женщин в отношении жертвы. Посмотрите исповедь. Я вообще не могу смотреть эту вот исповедь. Я ее посмотрела, конечно, день на третий. Мне это далось очень тяжело, потому что вот эти наигранные слезы, то есть слез не было никогда, мы говорили про детей, никогда мы говорили про что-то, про измены, там, про разводы. Но как только мы заговорили про Наденьку, там сразу начали резать лук со всех сторон, несколько дублей, чтобы пошли слезы. Вот все, что не делается, делается для того, чтобы они поговорили, чтобы это куда-то разнесли, на какие-то паблики. То есть все спланированная акция, вот эти вот... Ну вот просто все, одно желание, чтобы не забыли ее, чтобы быть хоть как-то на плаву. На плаву, знаете, вот ей даже все равно, что она вечно в роли жертвы, вот вечно в роли жертвы, вот сколько я помню. Просто это же насколько надо не иметь чувства собственного достоинства, чтобы настолько гаденько себя пиарить на самом деле. Еще и меня пытается в эту же в свою историю затащить. Ну я уже затащена, но ничего, двигаемся дальше. Девочки, еще минут 10, и я пойду, потому что я не могу настолько оставлять человека, уже просто скучание, поэтому надо идти мне. Я и так очень надолго оторвалась от своей реальной жизни. Так, народ, народное ополчение, здесь в доме, ресторане Лариса жарит. Ищем рядом эту шавку. Да, я, кстати, здесь и живу, это правда, тут какая-то Лариса жарит, поэтому давайте... Все, кто там ищут шавку, я здесь, я выхожу, я в шортиках, в маечке. Добро пожаловать, welcome. Мой телефончик выставляли, кстати, на страничке. А что ж вы не пишете там? Подъезжайте, в гости заходите, чаек, кофеек, там что там, сырнички, там что, все что угодно, девочки. До слез, скорее всего, не наиграно, но создать впечатление приятно спрятаться сразу, броневская тупина сильной женщины. Ну, конечно, конечно, рядом, не прям рядом, тут, благо, не один квадратный метр, но рядышком, неподалеку. Так, опять вопросы очень быстро, серьезно. Кто вам сказал, что вы самое-самое? Посмотрите внимательно на себя, что откуда такое самомнение? Моя жизнь. Моя жизнь дает мне такие поводы. Кому? Больно, мамаю, смешно, алчная. 100%. Какую полицию? Какие угрозы? Вы не представляете, сколько угроз мне пишут в таких директ. Я вот просто читаю. Delete, потому что ну так просто можно же с ума сойти отвечать этим всем умалишенным.
Я еще раз говорю, повторяю еще раз. Я как ходила, так и хожу везде. Москва, Ростов, любой город мира. Как выходила, выходить буду. И буду выходить так же. И я еще раз говорю, что вы можете, скажите. Ну что вы можете? Вы ничего не можете. Давай у мамы стриги капусту, пока ты там. Я у мамочки готова стричь капусту. Заберите у этой... Где я бывший? Да, так, творите. Так, опять все скачет. Сколько же можно? Давайте остановите свои вопросы. Дайте хоть на один ответить. Так. Квартира в Краснодаре не совместно, она же в браке. Так, не могу. Так. В общем, вопросов нет больше нормальных, конструктивных. Какие-то непонятные комментарии. Так. Здесь нет ничего Аланиного. Здесь все только Пашино. Вот здесь нет ничего Аланиного, ничего, ни одного квадратного сантиметра. Все, что здесь есть, это Пашин труд, Пашина жизнь. И я вообще не чувствую здесь никакого поля или не поля, Аланы или кого-то другого. Это Паша, это все Пашина. А в Пашином пространстве и в Пашином поле я нахожусь как в своем. Вот, поэтому я не понимаю, о чем вы говорите. Когда сын, где мой сын? Мой сын со своим отцом, он был со мной 10 дней и потом поехал к своему отцу. Вот, мы же практически в равной степени уделяем ребенку время, и я, и отец. Вот, пока у меня есть возможность побыть с Пашей, я с Пашей, и скоро поеду к своему сыну. Я вас понимаю, использую ситуацию, позвонила, обманула мужика, задела самолюбие, нашла в тесном... Ну, я же тоже уже объясняла на эту тему. Я месяц не подпускала Пашу. Мы были в каких-то вообще никаких, даже не в дружеских, не в приятельских отношениях, просто какие-то редкие переписки, ни о чем. Вот. Позвонила я Павлу, после того, как Алана вывалила на меня все, там, как ей плохо, что ее там хотят забрать, отобрать. Позвонила, чтобы убедить человека этого не делать, когда я еще сама не знала ситуацию. Сейчас я считаю, что все поведение Паши обосновано. Несмотря на то, что я все равно была против, я считаю, что этот кусок, ну, эту женщину надо было оставить в покое вообще просто. Вот. Но у человека было свое мнение, он имеет на это право. И что? Она хоть как-то палец ударила, чтобы она поддерживала или что? Что она делала? Ну что этот человек делал для того, что она пришла на все готовое? И что, на какой, какие права она имеет? Я вообще из тех женщин, которые, несмотря на то, что я сама женщина, я считаю, что есть разные женщины. Есть женщины, которые участвуют в жизни мужчины, понимаете, вместе с ним, просто морально, физически, воспитывают детей, поддерживают мужчину. А есть женщины, которые пришли на все готовое, 8 лет спали, ничего не делали, и вдруг потом хотят на что-то претендовать. Я против. Вот я против. Я считаю, что это несправедливо. Вот все. Я уже кто-то, у меня все есть, мне ничего не надо. Поэтому, точнее, мне надо все, но я имею в виду, у меня все есть. Меня ниоткуда не взяли, не подобрали и так далее. Два самодостаточных человека встретили друг друга. Разницу чувствуете? Она родила ему дочь. Ну, она же единственная женщина в этом мире, которая родила кому-то ребенка. Ну, о чем сейчас говорим? Это естественная прямая, как сказать, не то что обязанность, это функция женщины, это ее главное предназначение – рожать детей. В первую очередь женщина должна рожать ребенка для себя, понимаете? Потому что с мужчиной может всякое случиться. В конце концов, люди просто умирают. Поэтому вот это она родила ребенка, так Павел любит своих детей. В чем проблема, я не могу понять. У него отношения закончились только с женщиной. Я кто такая? Я вселенная. Ты увела его из семьи. Из какой семьи? Люди уже были в разводе официальном. Так. Скоро он кинет тебя. Он кинет меня. Скоро. Хорошо. Я
была рада с вами пообщаться. Выскажется, вы обещали, я обещала. Ну, я еще раз говорю, я уже себе написала, что правда и истина, она не торопится, она не спешит. Ей не, ну, у нее нет срока годности, она не пропадает, понимаете? Торопятся только те, кому надо вывалить поскорее какую-то ложную информацию, чтобы сделать хайп. А тут все делается аккуратненько, обдуманно, без вот этой, без агонии, понимаете? Без агонии, потому что торопиться некуда. Мы никуда не спешим, мы живем. У нас так мало времени на все это. Вот. Мы хотим просто быть подольше и почаще друг с другом. И ищем любые возможности. Так. Газу? Какому газу? К российскому? Так. Я прощаюсь с вами. С людьми, у которых есть разум, я вас обнимаю. Я была очень рада вас видеть, то есть, точнее, читать. Вот. Я думаю, что еще в скором времени выйду в эфир или там поотвечаю на ваш вопрос. Хотя, если честно говоря, скучно. Видя, какие вопросы мне задают, скучно. Поэтому ничего как бы нового. Да-да-да-да-да-да-да. Все, обнимаю.